Лицо этой анимации — это просто огонь. Пацаны и пацаны, совсем доброго привет. Анимация еще одна новенькая, наткнулся. Слушайте, еще от одного корейского автора. Обязательно ссылочка будет на него внизу. Тут названия нет, ну а точнее оно на корейском. То в любом случае, назовем это, знаете как, игра кальмара за 2 минуты. Была у нас за 3 минуты, теперь за 2 минуты. Давайте смотреть, это уже выглядит довольно интересно, эпично и странно. Поэтому, опять же повторюсь, ссылочка на оригинал внизу. С тебя лайкосичек. Авансиком, спасибо большое всем за поддержку. И подписывайтесь, не забывайте организовывать, естественно, с бубенцами, ребята. Все, давайте смотреть, поехали. Начало. Ой, пацан, кстати, крутой был, который подошел тогда. Щечки красные. Все, забрали. Третья серия уже, по-моему, идет, нет? Вторая? Или первая? Слушайте, ну это прям... Мы очень быстро движемся. Ага, тот самый момент. Оу, это было так весело, да? Здесь это так прям показано. Ужасно. Сейчас минуснут, парня. Все. Распорядитель прям с кулачка. Понимаешь, с двух кулачков, двоих же. Ой. Истеричная. Братаны, ой, это... А вот это я уже знаю какой. Это шестой эпизод. Тот самый шестой эпизод. Мне понравился тот, который с крестом. Ой, этот парень это красиво сделал. Слушайте, когда он прыгал, помните, который пробежался по нескольким? Красиво сделал, но некрасиво закончил. Лица в этой анимации — это просто огонь. Ну, это было жестко. В прошлой анимации за 3 минуты там не было концовки, где он там в аэропорту. Здесь будет? И здесь не будет. Нет, будет. Будет. Или не будет? Не будет, послушайте. Ну не будет, так не будет. Ладно. Ну это было прекрасно, я считаю, слушайте. А нет, будет. Почти. Почти было. Я не знаю, почему этот момент все упускает, но тем не менее. Короче, ребята, вот такая вот анимация. Понравилось? Ставьте пальчики вверх. Нравится анимация по игре в кальмара, да и в принципе просто нравится. В любом случае, ставьте пальчики вверх. Это огромная поддержка. Спасибо большое. Искренне, всем, кто это делает. Комментарии пишите, чем больше, тем лучше. И подписочки не забывайте организовывать. Естественно, с бубенцами подписывайтесь. Ссылочка, повторюсь, на оригинал внизу. Еще повторюсь, что мы недавно посмотрели и смотрим разделение, скажем так, в формате пересказов самого сериала, где можно поделиться впечатлениями. Ну, я делюсь впечатлениями, мыслями. Вы это делаете тоже в комментариях. Это классно, здорово, поэтому, если интересно... Порекомендую тоже посмотреть. Мне нравится, я уже говорил, игра кальмара. Мне сериал очень понравился. Посмотрел его уже успел 2 раза. Целиком именно. И пока что, если что интересное увижу, я готов, мне будет интересно с вами смотреть. Пока и вам это интересно, естественно, ребята. Ориентируюсь всегда на вашу поддержку, на ваши пальчики, комментарии и, в общем, на вас в любом случае. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.